Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета стартовало мероприятие, посвященное социальному координированию граждан Российской Федерации. Со вступительным словом выступила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлиева. В своей речи она озвучила обращение ко всем социальным координаторам РАИСа Республики Татарстан Рустама Миниханова. Именно вы, социальные координаторы, будете находиться на главном рубеже работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня наши земляки рискуют своей жизнью, защищают безопасность страны. Они должны быть уверены, что мы их ценим и сделаем для них все возможное для адаптации по возвращению. Социальный координатор – это профессионал, который выстраивает маршрут умной помощи человеку и его родным в трудной ситуации, привлекая необходимые для этого ресурсы. Важно организовать работу в плотной связке с Комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, ОНФ, социальными некоммерческими организациями и другими организациями, а также обмениваться опытом и лучшими практиками между собой и коллегами из других филиалов. Как заявила Лейла Фазлиева, задача координаторов – окружить заботой и вниманием каждого ветерана и семью погибшего. Также обеспечить их всем необходимым, начиная медицинской, паллиативной помощью и заканчивая трудоустройством граждан республики. Нельзя не упомянуть, что площадку для проведения данного мероприятия предоставило руководство Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Фарид Захитоглы, Универньюз.